Всем привет, дорогие друзья! Привет, привет! Вы снова на канале Bon Appetit Live. Сегодня встретился с Серго. Будем готовить чудесное блюдо. Как называется, Серега? Куирдак. Куирдак. Я на своем канале его уже готовил. И вот хочу, чтобы, брат, на твоем канале тоже было такое блюдо. Потому что оно, как всегда, простое и вкусное. То, что мы любим. 100%. Ну что, приступим? Давай, поехали. Погнали! Серега, ну что у нас по ингредиентам сегодня? Ингредиенты, как всегда, обычные. Мы будем использовать бараньи ребрышки и баранью печень. Можно добавить сюда еще и почки, и сердце, и легкое. Но я очень люблю печень, она самая мягкая, и ребрышки. Потом потушим все в луке, а из специй, как всегда, соль, перец и красные паприки. Чуть добавим для цвета. Так, Мурат, я разрежу печень и ребрышки на такие кусочки, чтобы было удобно кушать. Давай я тогда подготовлю лук. Давай. Как его порезать? Как тебе удобно будет тушиться, поэтому полукольцами, не сильно толсто. Все, понял. Лук весь будем использовать? Да. Мяса у нас много, поэтому лука тоже должно быть достаточно. Сейчас, сейчас, красавчик. Смотри, он тут живет уже. Помощник. На, нормального мяска тебе. Иди сюда, иди. Держи. У меня только все началось, а Мурик уже лук порезал. Поэтому помогай, брат. Что надо делать? Нарезай печень, ребрышки, что тебе удобно. Какими частями будем резать? Вот так, по два штуки. По два. Ну что, Мурат, что нового у тебя? Все по-старому, все отлично. Семья, дети. Спасибо, Серега, все хорошо. Ты как? Тоже хорошо все. Дай Бог. Сколько времени уже прошло с того ролика, как мы с тобой хашламу готовили? А на ЮЦ когда были? Да, на ЮЦ в Пятигорске. Да, да. Кстати, хорошо посидели. Отлично посидели. Это уже, это было осенью. Уже скоро год будет. Год, год, да. Как мы вместе ничего не готовили. Не заезжаешь же. Занят постоянно то в Турции, то там, то тут. Взаимно. Так как раз я и заехал. Поэтому жду тебя тоже в гости. Обязательно приеду, Серега. Серега, ты же уже готовил, да, у себя на канале такое блюдо? Да, готовил. А что решил повториться, или оно чем-то отличается? А, у нее название одно, у этого блюда, а готовится по-разному. В оригинале готовятся вообще легкие, сердце, почки и печень. То есть из ливера. Но идет время, люди блюдо доделывают, усовершенствуют. В общем, это блюдо готовится из того, что ты любишь. Вот я люблю из ливера больше всего печень. И люблю бараньи ребрышки. Вот поэтому решил сегодня вот такое блюдо приготовить. Ну что, Мурик, хорошие люди поработают, поработают и выпьют. Да. За встречу. За хорошее настроение. Да.
Кстати, друзья, не обессудьте, здесь у нас стройка рядом идет, строимся. Поэтому, если немного шум болгарки, пилы попадает, ну, тысяча извинений. Дело житейское, как говорится. Да, да. Мурик, я тут тебе небольшой презентик, брат. Кубические шампуры. Я знаю, что у тебя таких точно нет. Да, нету таких. Шикарная вещь. Кстати. Да, поэтому будешь готовить и меня вспоминать, если опять долго не увидимся. Так ты приезжай чаще. Взаимно. Четко. Спасибо, Серега. Пользуйся на радость. Давай, за встречу. Рад тебя видеть. Взаимно. А, пиво. Так, казанчик. Ох. Казанчик у Мурата такой хозяйский. Да, на 22 литра. Да. Слушай, ну и комплекс такой удобный у тебя, да? Да, это мне подарили, Серега. Казан, мангал, раковина, все, что нужно, все есть, да? Да, да, еще стол там есть у нас, то есть он модульный. Собирается он, да, как конструктор? За 2 часа мы его собрали. Понял. А где такое приобрести можно? Ну, смотри, мне его подарили, это пацаны из барбекю-центра, ага. Магазин там барбекю-центр есть. Кстати, друзья, если кому-то будет интересно, ссылку я оставлю на эти печи прямо под этим видео. Цены сохранятся примерно, Серега, до, короче, с 1 августа подорожание будет на 15-20%, поэтому, у кого желание есть, приобретайте. Но это дешевле, да, чем дома собирать из кирпича самому? Это и дешевле, это и быстро, и ты его можешь перенести, то есть удобно, удобно. Масло, я думаю, полбутылки будет достаточно. Да, да. В оригинале вообще на курдюке делается. У нас смотрят очень много людей, которым этот курдюк просто негде достать. Поэтому мы сделаем вариант с маслом. Давай еще чуть-чуть, Мурат. Еще? Давай. Казан большой у тебя. Вот так, я думаю, достаточно. Ну да, в оригинале курдюк, а так не все его любят, поэтому... Не все любят, и достать тяжело. Проблематично. Ну что, закидываем ребрышки? И жарим до золотистой корочки. В общем, все как обычно. Слушай, шумовка у тебя прям большая. И казан, и шумовка хозяйская. Надо мне тоже такую приобрести. Пора засыпать лук. Давай, давай, морячок. Запах просто бомба. Жареная баранина. Это просто песня. Лук поджарился, сейчас перемешаем и отправляем печь. Давай, Мурик. Давай, помогу, брат. И хорошо все перемешиваем. После того, как печень поджарится, тогда добавим специи. Ну да, почти в конце. Да. Какой запах мощный, вы даже не представляете, друзья. Красота. Так, Мурат, пришло время добавить соль и специи. Солим, как всегда, на глаз и чуть-чуть. Потом всегда можно досолить, я всегда так говорю. Да. Убрать уже нельзя соль, а досолить можно. Вот так будет достаточно. Черный перец молотый. С
сразу после соли аж запах начал по-другому, да? Конечно. И давай добавим чуть красной паприки. Давай. Цвет будет красивее. Хватит или еще? Еще, еще. Все хорошо. Хорошо все перемешаем. Запахи нереальные. Все. Водичку добавляем и закрываем. Теперь нужно добавить одну кружечку воды. Накрыть. Убавляем жар и тушим 40 минут. Немного зелени, зелень чистая. Красавчик, сейчас будем кушать. Куэрдак готов. Вот такая красота получилась. Сейчас Мурат нарежет зелень и будем сервировать блюдо. Ай, блин. Что мужчине еще нужно? Только мясо. Блюдо как раз как нужно по размеру масла. Как раз там в морозильнике холодненькое уже остыло. Сейчас под горяченькое испытание зубам будет. Это уже твоя фишка стала, да, под горяченькое? Нет, ну это же в целях безопасности. Корона, морона там. Профилактика. Да, да, дезинфекция. Ароматы. Давай я нож уберу. Вот так мы его. Красота. Цвет такой интересный. Из чего это? Манго. Манго. Ну давай. Ну что, Серега, по традиции пожелаем нашим друзьям по ту сторону экрана крепкого здоровья, мирного неба, счастья, любви, благополучия. Живите, радуйтесь, чтобы все у вас было хорошо. Да. Как-то так, Серега. От себя хочу добавить, ты все пожелал нашим подписчикам, зрителям, друзьям. То, что пожелал им, я желаю это все тебе, твоим друзьям и твоей семье. Взаимно. Будьте все здоровы. Самое главное. Ух ты. Ух. О. Хорошо. Ну что? Давай попробуем. Вердикт нужен от тебя. Получилось? Очень вкусно, кстати. А ты что попробовал, печень или? Я печень. У меня тоже печень, надо ребрышко еще. У меня вкусовые рецепторы танцуют, переполнены эмоциями. Друзья, очень вкусно приготовил Сергей. Это также мой друг, вот и как я езжу со всеми, ролики снимаем. Вот это такой же друг мой, такой же хороший человек. Имеет свой канал, готовит отменно. Переходите, подписывайтесь, поставьте там лайки, комментарии, передайте привет от меня, ему будет очень приятно. Очень хорошо готовит. Я вот
Плохих людей не посоветую, вы знаете. И еще я вам скажу так. Многие на почту мне пишут, сколько стоит реклама у тебя на канале, там еще что-то. Я не делаю рекламы за деньги. Это мы просто дружеские, у нас отношения. Мы давно общаемся, давно знаем друг друга. Мурата на странице откроете ролик про Хашламу. Да, осенью. Год назад мы снимали. Да. Мурат приезжал ко мне, мы готовили. Да. Да, кто придет, всех буду рад видеть. Поэтому смотрите наши каналы. Обязательно подписывайтесь. Да. Ссылочка прямо под этим видео будет. И старайтесь получить удовольствие, конечно. Просто так смотреть зачем. Да. Ну и, конечно же, на этой великолепной ноте, конечно же, мы не прощаемся. Мы продолжим наш вечер. Еще друзья здесь сейчас подойдут. Желаем вам, опять же, всего самого наилучшего. Всем пока-пока, друзья. Счастливо.